1986 год мне запомнился надолго. А все, что было раньше, прошло как в тумане. Я был очень впечатлительным мальчиком, наверное, потому, что у меня не было отца. Я даже не знал, кто он. И еще потому, что я учился в хореографическом училище и мечтал о всякой ерунде. О славе, о приключениях, о том, чтобы взять и легко так поднять самую красивую девочку в классе в арабеск. А это я. Вон тот смешной в наушниках, которые по большому блату достались моей маме. Гадкий утенок. Но я, конечно, мечтал, что однажды вылечу на сцену Большого театра, и все увидят, что я за птица. А еще мне тогда все время хотелось двух вещей – свободы и мяса. Мясо было дефицитом, свобода тоже. Хотя именно в этом году появилось слово «перестройка». Перестройки не будет. Бананы любишь? Был у нас один очень талантливый юноша. Игорь Васильевич, скажите, чтобы он меня отпустил. Мужики Фишкин в трусах не танцуют. Приходит он однажды в Большой театр. В буфете никого. Настоящий мужчина приносит мясо. Вон пошел. И большая связка бананов. Че дают? Вырезку. Боря, ты у бабушки приночил? Свисает с блюда. Что за чувак? Барышников. Тебя похож. В натуре. Алло. Ты что, сам основной, а? Мой папа Барышников. Да, Раиса Максимовна, здравствуйте. Так вот он берет этот банан. Барышников. Цап. Фишкин! За кулисы! Я Боря. И съел. Иди отсюда, Боря. Чё сделал? Догадайся теперь. Где этот талантливый юноша? Пусть танцует в Большом театре.